Жаркие летние дни наступают, и, конечно же, нам надо понимать, что в сезоне 2023 будет особенно актуальным, когда вы захотите отправиться на море, на побережье, либо просто на природу. Поэтому сегодня та самая коллекция, которая является главным предложением дня, это просто абсолютные новинки и хиты. Невесомые шлепанцы из эвоматериала, которые обладают великолепными амортизирующими свойствами, хорошей эластичностью, идеально подойдут для пляжа, отдыха на природе и на море. Также хочу сказать, что яркие актуальные цвета, которые вы сегодня видите в наших эфирах, модные в 2023 году, литой обтекаемый дизайн создадут актуальный образ, и вы будете на пике популярности. Вы знаете, сразу хочу вам сказать, что вы будете получать невероятное количество комплиментов. Обратите внимание, какая огромная цветовая гамма, и все цвета сразу же хочется заявить, чтобы вы знали, как они называются, и уже начинали делать свои заказы. Итак, давайте начнем с вами потрясающего желтого цвета. Также могу назвать его еще цвет манго, да, очень приятный, роскошный. Дальше мы с вами видим розовый, ну, назову, наверное, вот такой клубничный коктейль. Вот, правда, приятная очень ассоциация. Есть только в размерной сетке 36 и 37. Других размеров уже, к сожалению, нет. Дальше вам скажу, этот цвет называется голубой, но если мы будем следовать ассоциациям, то аква, да, приятный, прохладный такой, да, освежающий цвет. Дальше мы с вами видим, это уже белый, базовый, без которого мы, в принципе, с вами не обходимся никогда, и это у нас такой айс, ну, мороженое, да, такое потрясающее. Посмотрите на этот оранжевый, да, это, кстати, мой выбор. Оранжевый цвет, он такой довольно-таки спокойный, тоже очень приятный. Здесь могу сказать, что этот цвет тоже в двух размерах у нас остается, 36 и 37, поэтому сразу же будьте внимательны, если вы хотите заказать для себя именно этот оттенок, только в 36 и в 37. Посмотрите, пожалуйста, на этот бежевый, айс латте, холодный латте. Мы летом всегда с вами хотим, чтобы нам было комфортно, чтобы нам было прохладно, потому что когда на улице плюс 40, естественно, вы думаете только о том, да, чтобы вам было прохладно. Ну и, конечно же, потрясающий зеленый, также назовем его мятный. Это, кстати, выбор нашей прекрасной Евгении. Посмотрите, как эти сабо Евгения сочетает в своем образе. В повседневном хочу вам сказать, да, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что эту пару обуви мы можем использовать и ежедневно даже, да, очень хорошо комбинируя в современных образах. Что касаемо размерной сетки, давайте об этом тоже поговорим, потому что вы уже начинаете делать заказы. Такая привлекательная цена, как сегодня. Итак, с 36 по 41 выбираем для себя размер в размер. Цена, которая действует только сегодня, 999 рублей. Напомню, если вы будете оплачивать банковской карточкой, естественно, 5% скидки дополнительных вы получаете, и тогда цена становится еще ниже. Услышьте меня, пожалуйста, 949 рублей за потрясающую, стильную, красивую пару обуви. Сразу хочу вам сказать, что это обувь, эти сабо, которые называются Эми, от бренда Highlander, который, ну, во-первых, не так давно представлен на нашем телеканале. Это обувь действительно высочайшего качества. Это всегда, знаете, самые стильные, самые смелые образы. Это всегда тренды. 2023 ваше лето будет абсолютно ярким. От такой коллекции невозможно отказаться, поэтому, пожалуйста, в любом случае какой-нибудь цвет вы обязательно для себя выберете, а возможно даже не один. Представьте себе, если к вам на дачу приезжают, например, друзья, конечно же, для них надо выбрать удобную обувь, дать им переобуться, и эти сабо как раз-таки прекрасно подойдут. Пожалуйста, выбирайте 7 цветов разнообразных, которые вы можете выбрать. Итак, еще раз хочу напомнить вам про бренд Highlander, который представлен сегодня в нашем эфире. Этот бренд, который российский, да, который делает ставку не только на модные тенденции, но и на запросы своих покупателей. Отечественному бренду, как никому другому, известны требования россиян к обуви в разные сезоны. Возможно, именно поэтому марка завоевала такую огромную любовь, которая как раз-таки является абсолютно заслуженной. Итак, сейчас я хочу провести некий эксперимент с нашими весами. Я сейчас подготовлю, нажимаю на наши весы, да, для того, чтобы появилась нолик. Так, ну давайте посмотрим. Сейчас, одну секунду. Вот. Угу. Будем пробовать, давайте. Да, я вижу, что это не нолик, к сожалению, но сейчас мы все подготовим. Я думаю, что однозначно наши весы заработают. Ну, чуть позже давайте, наверное, к этому вернемся. Пока хочу с вами поговорить о том, как мы можем смело с вами использовать эти весы, эти сабо в
своих образах. Итак, естественно, вы можете отправиться на море, естественно, вы можете их использовать ежедневно. Если вы отправляетесь на дачу, то я просто уверена, что вы не будете выбирать для себя обувь на каблуках. Я просто уверена, что вы обязательно выберете для себя именно такие удобные и легкие сабо. Легкость – это одно из самых лучших качеств этой обуви. Также, конечно же, яркая цветовая гамма. Рекомендую приобрести сразу несколько вариантов цветов для себя, для своих родных, близких, для сестры, для племянницы, для своей внучки, для подружки, ну и, конечно же, для своей мамы. Почему я так рекомендую? Потому что эти сабо, во-первых, анатомически очень удобны. Вы видите, какая у них союзочная часть, довольно-таки широкая. Мне нравится, что здесь высокая подошва. Сейчас вот хочу как раз нашей Евгении присоединиться и показать все нюансы этой великолепной пары. Итак, довольно-таки высокая союзка, которая позволяет удобно зафиксировать эти сабо на ваших ножках. Обратите также внимание на платформу. Здесь практически 3 сантиметра, то есть ваша ножка довольно-таки высоко приподнимается. Поднимается от земли, за счет чего, во-первых, ну, конечно же, небольшое количество роста вам добавляется, во-вторых, вы видите, что здесь чашеобразная подошва, то есть с высоким бортиком, который защищает ваши пальчики от ударов, ну, и, естественно, такая обувь, да, позволяет хорошо зафиксировать ваши ножки внутри и не проскальзывает ножка вперед. Великолепный вариант, плюс ко всему, мне очень нравится, что они очень мягкие и просто невесомые. Вы эту пару обуви в буквальном смысле не чувствуете на своих ножках. Обратите внимание, что подошва здесь перекатная, есть и пяточное закругление, и носочное, благодаря чему вы будете абсолютно расслаблены в течение всего времени, когда эти сабо на ваших ножках. Итак, мы с вами, например, отправляемся в бассейн. Что мы с собой возьмем в качестве сменной обуви? Конечно же, сабо, которое называется Эми. Если мы с вами отправляемся в сауну, что мы с вами возьмем? Конечно же, сабо. Мы отправляемся на природу, на дачу, морские прогулки. Сейчас у нас наступает сезон отпусков. Без таких сабо мы просто не можем с вами обойтись. Я сама всегда в жизни, когда отправляюсь в отпуск, хожу только в такой паре обуви. Большой плюс этих сабо в том, что они еще абсолютно легкие и невесомые. Поэтому даже если вы их берете с собой в багаже, вы не будете переплачивать за перевес, за перегруз. Это легкая, комфортная пара обуви. Можно для себя взять и выбрать сразу несколько вариантов, потому что большая цветовая гамма позволяет как раз-таки использовать эти сабо в своих образах.